Усі батьки хочуть, щоб їхні діти мали хороші здібності до навчання. Але як зробити так, щоб дитині самій було цікаво навчатися? Як заохотити її пізнавати більше? Ми поцікавилися думкою батьків. Мне кажется, что любовь к обучению у ребенка развивается с самого детства. То есть, когда дети занимаются с ним буквально даже с грудничкового возраста. Сначала это идет в игровой форме разные развивающие игры. Ну и потом более такие серьезные, более целенаправленные именно для развития определенных навыков у ребенка. Изначально, когда только ребенок в первый класс идет, нужно с ним как бы заниматься в игровом режиме. То есть навчание превращать в игру. Тогда мы более-менее ребенок начинает интересоваться. А чем постарше сейчас, она уже начинает понимать, что необходимо ей. Знания необходимо читать. Часто я говорю, что ребенок, дети же любознательные, начинают интересоваться в плане папа, а как то, или мама, там, почему так. Ну, начинаешь, а давай посмотрим книги, давай почитаем это самое. Ну, сейчас, благодаря современным технологиям, есть такая функция, как интернет, можно посмотреть в интернете. Но тоже ж не видео, а включаем, ищем, читаем. Вот. Ну, вообще, дети, как и все дети, особенно когда каникулы, тяжеловато учиться. И хочется отдохнуть, хочется погулять. Вот. Ну, а так, в принципе... Тебе нравится учиться? Не сильно. Ну, пока меня еще никто не заинтересовал. Тож навчаємося із задоволенням. З вами була Ірина Вихованець, спеціально для області.